Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Начинаю свою огородную азбуку с описания, с краткого описания сортов томатов, чтобы наши новички при выборе не заблудились, не ошиблись. Я вот уже описывала ультраскороспелые несколько сортов, потом дошла до крупноплодных. В предыдущих роликах рассказала вам про батяню, крупноплодный сибирский сорт, про пудовик. Это все вот новые сорта последних лет работы сибирских селекционеров. Сейчас я дошла вот до самой красивой такой картинки. Советский томат. Видите, какой огромный. Тоже у него снежинка на пачке. Значит, это не неженка. Его можно выращивать и в регионах с холодным климатом. Сейчас почитаем. Томат советский, новинка. Среднеспелый крупноплодный сорт для теплиц и открытого грунта. Созревает на 118-120 день от полных всходов. Высота растения 1,2-1,7 метров, высокий. В зависимости от условий выращивания плоды плоско-округлые массой 300-500 граммов и более. Малинового цвета прозревающим темным пятном у плодоножки. Мякоть томатов плотная, зернистая, с высоким содержанием сахаров и витаминов. Вкусовые качества отличные. Урожайность товарных плодов 8-9 килограммов на квадратный метр. На метре размещают 3 растения. Ну вот по описанию вы увидели, ну как, услышали вернее, что по урожайности, указана урожайность немного, конечно, поменьше, чем вот у этого у батяни. Но опять же, все это зависит от нашего ухода за томатами и от региона, где они будут. Например, если батяню посадить в сложные условия, а советский томат в хорошие, такие комфортные условия, конечно, он даст урожайность больше. Поэтому то, что нам говорит, вот заявляют вот эти производители, вы, конечно, имеете в виду, но все равно это очень условные цифры, и урожайность всегда получается разная. Что сказать про этот томат? Высокий, крупный, вкусный, но это томат нашего детства. Вот как раньше у бабушки заходишь, у нее вот такие вот, они, видите, неровного, вот сейчас многие ровные прям делают, штампованные, как вывели, а это такой неровный, немного изогнутый, корявенький томат, вот именно натуральный, будем как говорится, советский томат. Томаты из нашего детства. Высокий, как и раньше. Раньше я вот когда была маленькая, я не видела никаких вот этих детерминантных сортов. Все были томаты высокие, ну с меня ростом, но я была, конечно, чуть поменьше. Вот такие крупненькие, обыкновенный наш русский томат. Что о нем сказать? Вот это мой совсем очень короткий обзор томата советский. Выращивать могут и в Сибири, и на Урале, растет везде. До свидания. С вами была Ольга Чернова.